Аграры Гродзенщины святкавалі завяршэнне сезонных работ і зараз рыхтуюцца да рэспубліканскіх дажынак. Сярод тых, хто пакуе чамаданы, камбайнер СВК Князева Уладзімір Мулярчык. У заліку лепшага ў вобласці механізатара 4300 тонн зерня, што ўдвая больш, чым у яго калег па гаспадарцы. Такія вынікі жніва механізатар запісвае на рахунак свайго вернага сябра камбайн «Алексіён» плюс 15-гадовы стаж і 15-гадзінны працоўны дзень, праведзены ў яго кабіне. Первых пару дней тяжело, потом все нормально. Привыкаешь. Когда отдыхать? Дали технику, опять посевная началась. Некогда отдыхать. Пальма першынства сярод усіх районов прынёмання, як и у минулые годы, у Гродзенскага. Мясцовые аграры намалацілі амаль 185 тысяч тонн при ураджайности 61 центнер с гектара. Выдатники сёлетняга жніва перакрошили и гэты выник. Так у СВК Верцялішкі ураджайность удвая большая за сярэднія показчыки по области – 80 центнеров с гектара. Благодаря такому профессиональному профессионализму наших специалистов агрономической службы, инженерной, наших механизаторов, водителей, всех, кто был задействован на формировании урожая. Урожай, к счастью нашему, сложился неплохой по меркам этого года. Мы получили валового сбора на 500 тонн больше прошлого года. Агульный каравай прынёманских хлеборобов сёлета заважил 1 миллион 265 тысяч тонн при средней урожайности 38,6 центнера с гектара. При этом показчику наша область, как заўсёды, обошла иншие регионы. Галоўным складальником по успеху стали безумовно квалификованные кадры. Означать и віншаваць лепших хлеборобов Украины по традиции будут на республиканских дажинках. Галоўное свято працаўнікоў села пройдзе напрыканцы вересня у городе Жлобин Гомельской области.